Что за дерьмо? Вы знаете, что моя семья владеет половиной бутиков на Родео Драйв? А вы знаете, кто я? Инспектор Джеймс Композитор Картер, опытный Лала детектив. Шифрин. И владею половиной гетто в Креншо. Хочу адвоката. Тебе нужен тренер. В правах написано 180 фунтов, а ты весишь больше, чем эта тачка. У меня тироидные заболевания. Хватит жрать тироиды! Слушайте, может, вы пишете нам предупреждение и все? Ну что сказать? Вы любите китайцев? Простите. Картер? Ли, у меня тут только что появились две девочки, мечтающие вечером поиграть в полицейских. Я не могу говорить, я в машине с послом, ясно? Поверь, эти девочки настоящие суши, мы должны их заценить. Мне пора, извини. Ты все еще злишься на меня? Злишься из-за того, что случилось в Нью-Йорке? Не хочу об этом говорить. Это было 3 года назад, пора бы забыть. Что забыть? Изабелла была моей девушкой. Мы же друзья. Просто поужинаем вместе, можно за мой счет. Ли! От мамы привет.